Диана Арбенина попала в больницу во время отдыха на одном из горнолыжных курортов Франции. 44-летняя артистка о госпитализации рассказала на личной странице в соцсетях. О том, какие именно и в результате какого происшествия ею были получены травмы, не сообщается. Судя по всему, жизни Арбениной ничто не угрожает. Она записала для своих поклонников приветствие, где рассказала о том, что очень высоко оценивает работу врачей французской клиники. Как говорит Диана, она доверяет местным специалистам и чувствует, что находится в надежных руках. «Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах», — рассказала Арбенина. «Но у каждого должно быть чуть-чуть безумие. Это безумие есть и во мне. Франция — хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи — это, конечно, сила, силище. Берегите себя». Незадолго до этого на новогодних каникулах Арбенина с детьми отдыхала в Мексике. Вернувшись оттуда и отправив двойняшек Артема и Марту снова в школу, Диана улетела на горнолыжный курорт. Уже много лет каждую зиму певица ездит в горы. Но травмы в результате катания получила впервые. Поклонники желают рок-звезде скорейшего восстановления.